Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и получила официальную возможность вести войска на их территории. Незадолго до этого началась эвакуация жителей Донецкой и Луганской республик в Россию. Нетрудно представить себе, как чувствуют себя женщины и дети, которым пришлось в спешке покидать дома, оставляя самые необходимые вещи. Жители Красноярского края, в том числе и курагинцы, включились в общекраевую акцию «Единая Россия жителям Донбасса». Акцию по сбору гуманитарной помощи под девизом «Своих не бросаем». Более 25 учреждений района откликнулись на призыв губернатора принять участие в акции «Своих не бросаем». Это акция в поддержку тех людей, которые покинули Донбасс и которым нужна помощь. Учреждения именно Курагинского района оказывают помощь в виде продуктов, элементарных вещей, которые необходимы каждому. Это, например, салфетки, туалетная бумага и многое другое, что пригодится людям. Предметы гуманитарной помощи из Курагинского района – это прежде всего продукты питания, предметы личной гигиены, канцелярские принадлежности для школьников. Все собранное в короткий срок жителями Курагинского района будет передано в краевой штаб акции.